25 сентября состоялся 7-й концерт из цикла «Азербайджанские исполнители» в камерных залах Московской консерватории. Пианистка Тамила Кулиева и скрипач Анар Ибрагимов давно работают вместе. Это слаженный дуэт. Оба родились в Баку, там же решили связать свою жизнь с музыкой. Позже переехали в Германию, где продолжили обучение и начали совместный творческий путь. Мне интересно, что представят наши исполнители, уже осевшие и позиционирующиеся как европейцы, вот на этом концерте. Правда, для меня это интересно. Для меня это тоже какая-то интрига, хотя я знаю их исполнительский уровень, это очень высокий, это классный уровень. Посмотрим, как будет сегодня. Я думаю, сегодня будет замечательное приключение и для зрителей, и для меня самого, для и самих исполнителей. Для Тамилы это второй концерт в Москве. Анар ни разу не выступал в России. Оба дебютируют в консерватории имени Чайковского. Этот зал просто... Я была вчера здесь. В общем, это совершенно замечательный зал. Потрясающая акустика, потрясающий инструмент. Это для меня вообще просто подарок, действительно. Музыканты тщательно подошли к подбору программы. Она вышла действительно разносторонней. Мы играем Шуберта, сонату, что меня очень радует, потому что все-таки Шуберт не так часто исполняется, как, например, Моцарт. Вот. И, конечно, эта задача считается сложной, потому что Шуберт довольно каверзный композитор. Мы выбрали французскую музыку, «Франк», очень известная соната. Прокофьев, русская музыка, конечно, очень ответственно играть в России Прокофьева, но все-таки мы решили сыграть эту сонату. Ну и Барток, румынские танцы закончат программу. Это такая, с одной стороны, современная музыка, но в то же время и довольно легкая и интересная. Концерт прошел при поддержке Министерства культуры Азербайджана.